Готовим три вида закусок под пенное. Лук нарезаем толщиной 1 см и разбираем его на кольца. Также нарезаем кальмары. Для жидкого кляра смешиваем муку, разрыхлитель, добавляем пиво, солим и добавляем ледяную воду. Хорошо перемешиваем. В казан или кастрюлю наливаем масло и панируем кольца сначала в муке, потом в жидком кляре и опускаем в раскаленное масло. Температуру держим не слишком большую, иначе они сгорят. Кальмары панируем аналогичным способом. Сначала в муку, потом в жидкий кляр. И также обжариваем. Переходим к мойве. Для нее панировка самая простая. Это мука, соль и перец. Хорошо перемешиваем. Хорошенько обволакиваем ее в панировке, после чего опускаем во фритюр. В раскаленном масле жарим примерно 1,5 минуты, после чего выкладываем на бумажное полотенце. Наша закуска подпенная готова. Сохраняй рецепт, чтобы не потерять.